5 человек задержано в Брюсселе по подозрению в ночном поджоге Института криминологии. Сейчас полиция проводит допрос. Сообщается, что задержанные ранее работали с образцами ДНК. Ранее в столице Бельгии вновь грянул взрыв и начался пожар. Устройство сдетонировало в Брюссельском институте криминологии. Вот как только об этом стало известно, тут же у миллионов бельгийцев в головах пронеслась мысль теракт. Но прокуратура страны заявила, что взрыв имел криминальный характер. Ночью двое неизвестных на машине протаранили целых 3 заграждения на своем пути и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории. Вспыхнул пожар, поскольку в здании никого не было. В результате взрыва сотрудники института не пострадали. Для чего институт атаковали, пока неизвестно. Есть предположение, что неизвестные хотели уничтожить некие улики, которые могли исследовать в лаборатории.